Рамазан Абдулатипов принял участие в инаугурации главы Чеченской Республики. Рамазан Абдулатипов поздравил Рамзана Кадырова со вступлением в должность главы Чеченской Республики. Кадыров был избран в единый день голосования в результате прямых выборов, которые прошли в регионе впервые за 13 лет. Чеченский лидер набрал более 97% всех голосов. Явка избирателей составила почти 95%. С поздравлениями также выступил полномочный представитель президента Российской Федерации в СКФО Олег Беловенцев и заместитель председателя правительства страны Александр Хлопонин, а также глава Южной Осетии, вице-президент Республики Абхазия, главы субъектов СКФО и представители духовенства. В делегацию Дагестана также вошли председатель Народного собрания, депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев, глава Махачкалы и другие официальные лица. Короткое осуществление полномочий главы Чеченской Республики, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской Республики, верно судить многонациональному народу. Это почетно и ответственно еще и потому, что высокими полномочиями вас наделил народ в результате прямого голосования. Ваши земляки видят, что вы обладаете необходимым потенциалом, который способны употребить на благо республики. Их убедил в этом опыт последних 12 лет, на протяжении которых вы, продолжая дела вашего отца, героя России Ахмад Хаджи Кадырова, успешно решаете задачи, стоящие перед республикой. Чеченцы и дагестанцы – это из одного корня, из одного очага. Мы веками жили вместе, воевали и защищали нашу родину вместе. И я уверен, что то доверие, которое оказано Рамзану Ахматовичу, является одним из аргументов продолжения нашей дружбы. И я уверен, лучшие времена дружбы и сотрудничества между Дагестаном и Чеченской Республикой еще впереди.